четвертая школа. И мертвый такой, мертвящий район, стройтрест. Некогда цвел и пах. Вот это? Ну тут Мишек управил уже, помнишь, что-то тут мудрил давно. Сейчас там не Мишек управил, сейчас тут это. Ну а там что, там был тот же был. Вот смотри, в общаге сколько окон, но меньше 10%, да? И с той стороны такая же лабуда. Довели здание. Вот тут, помнишь, крылечко, тут кого только не было. И спортсмены, и еще какие гены, и перемены. Ох ты, ее упала. Вот единственный оазис еще остался цивилизационный. Здесь тоже такой вот, давно такой коленкор уже. Вот эти все группы балконные, они то ли обрушены, то ли деинсталлированы. Как там они еще называются, слово это. Когда убирают, демонтированы, вот. Ну, так-то забито, а то кто-нибудь по старой памяти так на балкон бы вышел, да. Ну их уже точно лет 20 точно нету. Сегодня какой год? 2024? Больше. Четверть века однозначно. В каком году я вообще год в эту заехал, помню. 94-м или в 95-м. Долго там комната у меня была, да, вот на эту сторону окна были. Кто еще в общаге бы ты жил? Да я думаю, многие люди в этой общаге жили. Это Заводской переулок 8. Вот. Тут вот по левую сторону взять, это были все склады. Огромные корпорации прям, ну не корпорации, трест это был. Это и назывался район стройтрест. А это был ПСО, строительная организация, мощнейшая. И под ней работал Мобиль, выпускал панели. Мобиль тоже относился вот к этому стройтресту, да. И мы же, получается, выпускали панели, мы же с них строили, запускали в эксплуатацию, сдавали полностью, делали дома от бинта до ваты. Полная установка домов, строительство, внутренняя отделка, запуск, эксплуатацию, обслуживание дальнейшее осуществлялось уже организационно. Кстати, я, честно говоря, не до конца вот этот момент помню, как у нас обслуживались дома. Также были, я помню, просто ЖКХ. Жилищно-коммунальное хозяйство. Были мастерские такие хорошие, помню, замечательные. Была прям такая, были мастерские, прям помню, где сейчас Чебурашка, ну, Андреев предприниматель, Чебурашка просто его зовут так, за глаза, потому что глаза его никто так не называет, ну, Чебурашка, из-за ушей, наверное. Ну, так Андреев предприниматель, молодец, красавчик, во все комиссии входил, помню. Магазин Зевса, раньше он был, забыл прям, как же его раньше называли-то, что себе, Орлова, я по привычке еду, да, Орлова, если на автобусе. Вот, короче, где этот магазин был, он так назывался, универмаг на Орлова, да. И вот там вот во дворике, получается, Советский сворачиваешь направо туда, по Орлова наверх. Потому что если влево, то там получается на завода на территорию завода судостроительного. И вот туда сворачиваешь на мастерские. А, да, и получается во дворике вот универмага, там мастерские были классные. Ну вот такие объекты, кто их захватывает, тот, собственно, в свое время, да, при грабеже в 90-е, кто захватывает объекты такие, как вот заводы определенные, да, заводы, вообще, ну, короче говоря, производство. Что у нас тут было? У нас был колбаска была, завод колбасный, да, завод Мобиль, да, про который говорили, изготовление панелей, кур производили, кирзавод был, кирпичный завод, да. Так-то разобраться, вот Дальквард самоцвета, это в первую очередь было закрыто производство, потому что, ну, это консервация, потому что это там было стратегическое ценное сырье, разрабатывалось.
И оно, видимо, на будущее закреплялось. Ну, предполагалось, что будущее будет здесь не наше, а нет, вот сохранили мы для себя. Все, поехали дальше? Ну, поехали, все. По району проедем, вот, заводском. Строит трест, который плавно перетекает будет в заводской район. Вот раз, оазис. Потом вот она, фазанка. Мастерские фазанки совсем буквально недавно. Я не трогал вообще ее. Да. Вот это здание. Все зданию Кирдынск. Здесь дома были деревяшки, им тоже давно Кирдынск. Управляли, зауправлялись. Вот здесь, где остановка, павильон, здесь был техникум судостроительный. Морская школа какое-то время под Тимановым, Царство Небесное. Вот баня заводская показывал, фазанка старая показывал. Здесь у нас граждане китайцы или вьетнамцы, не знаю, кто у нас, камбоджийцы, лаосцы, китайцы вроде, не лаосцы. Рынок привозят, у нас все втариваются с рынка и нам продают, и всем хорошо. Здесь у нас карт-клуб, площадка для картингов, с утра до вечера носятся картинги, ну, по крайней мере, так уверяют источники административные. Вот здесь УПКшные гаражи, тут, наверное, картингом я планировал заниматься. Вот. Но если на хоккейную площадку Ледовый дворец мы находим, сколько там, 120 лямов, да, в год надо содержание, то на картинге мы, наверное, пока что не найдем денег. Как раз недавно мы зарплату административным работникам поднимали, руководящим. Собственно, денег уж совсем, наверное, не останется ни на что. Да. А что, не на бассейн, на этот, на чайку, на каток крытый. Ну, не знаю, что-то там, кто-то говорил, там по ляму в год. Но лям в год это нереально, по-моему, лям в год. Это меньше 100 тысяч в месяц. Там одна электроэнергия сколько стоит, плюс постоянно лед поддерживать, закатывать. Мы просто не вывозим его даже летом содержать, летом просто тупо закрываем, потому что, ну, все это, такое бремя. Ну, прилично, надо просто полностью сумму посмотреть, сколько это обходится. Много. Этот подарок, он нам для бюджета чреват, хотя для спорта не надо ничего жалеть. Спорт — это хорошо. Ну вот, кратко так, по заводу. А если днем проехать по заводскому району, вот начать ехать с стройтреста, потом по заводскому району, так немножечко кругами нарезать, со скоростью ехать на километров 15-20 час, и можно вполне скороговорочкой так рассказать, как у нас развивается Николаевск-на-Амуре. А развитие, друзья, ну вот вы видали сейчас, Роман Зайцев, живу на ДВ, за рулем Николаевск-на-Амуре. Не подписывайтесь на мой канал, тут говорят страшные вещи.